Моя госпожа. Ну так что? Праздник ведь будет? Очень вероятно. Афифе-Хатун наложила запрет. По золотому пути и птице не пролететь. Но, надеюсь, у вас-то это получилось? Нам не удалось узнать, кто из девушек попал на праздник, так как их отправили туда еще днем. Не так уж важно, кто они, это мы выясним. Важнее, что произойдет после. Афифе-Хатун признала, что играет против меня. Ей придется за это отвечать. Последнее время повелитель и так весьма раздосадован. Если мы пойдем против Афифе-Хатун, нам придется туго, госпожа. Госпожа, мы не можем молчать. Идите, оставьте меня. Мне нужно хорошенько подумать. Хюрем, куда ты исчезла? Я уж решила, ты от нас уехала. Махидевран, ты этого не дождешься, а я вот действительно удивлена, что ты все еще здесь. Не уехала к сыну в Санджак? И не уеду. Неужели? Разве Хатидже Султан прислуживать лучше? Мустафа скоро сюда приедет. Повелитель в свое отсутствие решил сыну поручить управление империей. Что ж, ему это удастся, надеюсь. Да, ты, наверное, вчера очень огорчилась. Махидевран, я на блоху, рассердившись, одеяло не бросаю в огонь. Фиолетовый платок для тебя блоха? Повелитель бросил фиолетовый платок одной наложнице. Ночью она идет к нему. Говоришь, бросил кому-то фиолетовый платок? Кого ты обманываешь? Ведь я говорила, что когда-нибудь придет женщина, которая твою любовь сметет. Она уже пришла, Хюрем. Как это вы не видели? Платок же у вас на глазах был брошен. Госпожа. Я выяснил, кто из девушек танцевал вчера на празднике, и вот их расспрашиваю. Значит, вы вчера были там? Только вы там были? Нет, госпожа. Там была еще одна девушка. Кто же? Почему ее нет? Госпожа, они не видели ее. Не видели? Не понимаю, как это. Они же сказали, была еще одна.
У нее лицо было закрыто. Она не открывала его. И мы не поняли, кто это. Госпожа. Платок фиолетовый у нее, говорят. Ну, мало ли, что они говорят. Госпожа, клянусь, это правда. Да, мы видели все. Хоть умри, но приведи мне эту девку, Сюмбюль, ты понял? Землю Роя достань мне ее. Аллах его знает, где ее скрывают.